Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вторжение. И буквально 2 часа назад я для вас сделал видосик, где прошел вот эти 2 уровня. Но он у меня не получился, потому что микрофон дал сбой и голос не записался. Ну что я вам могу сказать, остров довольно прикольный, диалоги тоже ржачные. Жалко, вы не увидите описание всех монстров, которые здесь были. А их здесь было немало, поверьте мне. В общем, прикольно. Так, это была первая, да, новость. Вторая новость, ребята, я себе за 1000 гемов купил двулика. Я его немножко прокачал и немножечко приодел. Как-то так. Ну что же, две вот эти вот территории не получится перепройти. Ну, а мы с вами отправляемся сюда. Революция каждый день. Никто не уважает права рыболюдей, не уважает их право топить корабли, не считается с потребностью грабить караваны и пускать людей на такаяки. Но сегодня они заявят о себе. Они заявят о себе. Ну что ж, давайте смотреть. Мне довольно лично понравилось, как они себя тут ведут. Ну, естественно, ячейка. Так, и возьму-ка я, наверное, бомбардира. Так, подрывника, да, по-другому. Ну что же, давайте смотреть. Этим чудилам конца нет. Чего они хотят от нас? Ну, сейчас узнаем. Вон, еще толпа. И все с плакатами. Может, это мирная демонстрация, но к обороне лучше приготовиться. Так, что у нас, ребята? Одна дорожка, которую мы должны защищать. Это очень круто, на самом деле. Я обожаю, когда всего лишь одна дорожка. Так, выставляем наших ребят таким вот образом. Так, сюда, я думаю, мы поставим бомбардира. Да? Подрывника. Пускай вот на 2 дорожки работает. Хотя надо было на 3. Ну да ладно. Так, сюда я, наверное, поставлю друида. Так, сюда поставлю целителя. Сюда поставлю лучника. А сюда ниндзю. Так, у меня еще есть камушки, да, свободные. Поэтому можно сделать... таким вот образом. Сюда я поставлю, пожалуй, еще одного друида. А сюда ниндзю. Так, теперь попробуем прокачать. Хотя бы чуть-чуть. Вот так. Ну что, ребята, вперед, как говорится, и в бой. За легацию водорослей. Опять, ребята, у нас эти осьминоги. Да мы только за. Вот, кстати, я хотел сказать, ребята, вот эти вот осьминоги очень крепкие, очень крепкие. Смотрите, тут у нас это морские звезды. Ну, в тех уровнях, да, которые... Что там? Не металл, икру, не рыба. А что такое 6-9? Протест. Где-то я это слышал. Да. Свободу лобстерам. Ты собака. А митинг-то согласован? Да здравствует партия свободы Сириуса. Так, они тут, ребята, все... Что-то в этом есть. Говорит мой герой. Война, лень, ноябрь. А мы здесь при чем? Действительно, а мы-то здесь при чем? Демонстрацию мне устроили. Разрешить однопалубные браки. Совсем распоясались. Слушай, ну вот эти осьминоги крепкие. Отменить налог на грабеж. Так не было его никогда. Обложить грабеж налогами. Уже не знаю, что пролепетать. Такой, знаешь, банан перечеркнутый. Так, ладно, ребят, мы с вами отвлеклись маленечко. Мы должны дальше бомбить. Так, улучшаем нашего целителя. Ну, я вам говорю, ребят, в тех вот 2 уровнях, которые я уже прошел, там тоже были диалоги прикольные, типа прочь с острова, типа гастробайтеры и так далее в том духе. Я там ржал вообще опупенно. Жалко, конечно, что серия не получилась. Микрофон подвел, да? Я даже сейчас, если честно, боюсь, а получится ли эта серия. Потому что, ну, вроде проверял, микрофон все нормально работает, но фиг его знает. Опять какой-нибудь даст сбой. Ты смотри, а? Как мы долго с этим осьминогом, а? Разбираемся. Наконец-то. Вызываем следующую волну. Так, у меня 297 монет. Я могу улучшить, например, вот этого вот лучника. Так, а вот это вот, знаете, ребята, было в описании. Рыбак. Так, остров в центре для раков. Это у нас рыбак, который всем доказывал, что поймал огромную рыбу. Пиратство тоже профессия. Да, кстати, у меня, видите, ребята, дрон прокачан уже на главном персонаже, и он довольно неплохо рубит.
Магия огня – причина глобального потепления. Чё только не придумает, а? Что-то в этом есть. Так, а мне нужно прокачать моего бомбардира до фулочки. У него, ребята, культ глубинных владык, не экстремисты. Так, ладно. За императора! А у нас нет императора. Каждому орку по личному волку. За выборы императора! Ну, ржачно, согласитесь, да? Краб человеку не товарищ. Краб человеку. Кто бы спорил с этим? Так, ну, давайте подбивать. Ага, в страхе он побежал, да? Нужно прокачать бомбардира. Еще раз вам говорю, ребята, у него появится совсем другой значок. Башенка немножко изменится. И вы увидите, он будет бомбить люто. А помимо этого он будет укладывать на землю бомбы, которые со временем взрываются. Это довольно прикольно. Так, ну что? Давай, 450 нам нужно монет. Слушай, ну они крепкие, вот эти вот чувачки. Но я думаю, что они все-таки не пройдут. Не должны они пройти. Если мой двулик еще хотя бы присоединился бы к этому. А он почему-то даже ничего не делает. Их там двое. Опа, а это уже опасно. Когда их двое, надо, ребята, бомбить. Надо бомбить всеми силами. Так, давай, осьминог, готов. Один подбит. Ребята, это вторая волна только у нас, сейчас будет третья. Ну что, вы не можете подбить этого осьминога, что ли? Стоят все и любуются, главное. Давай атакуй его. Вот так вот, только черепундель отлетел. Ну что, вызываем. Вызываем, она уже сама пойдет. Опять идут. Так, сколько нам нужно было? 450. Не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, подождем. Подождем совсем маленечко и начнем бомбить. Вау-вау-вау. Вот, видели, это двулик делает. Шинкует врагов. Точнее, даже не двулик, а его зеркальные копии. Не металл икру, не рыба. Вот с такими они лозунгами выходят. Так, 450, да? Вот, смотрите, ребят, да? Значок такой. Что-то мне напоминает. Вот что только. Кстати, он неплохо бомбит. Могу продемонстрировать. Смотрите, ребята, бросает вот такой снаряд. И помимо этого он укладывает, как я вам говорил, бомбочки. Корабли загрязняют море. Но с кораблей в море падает в основном еда и сокровища. Что-то, да, что-то такое есть. Смотри, как отжигает. Ребят, смотрите, значок, протест моего красавчика, моего героя. Вот, видите, бомбочки лежат. Заложили, и они потом взрываются. Так, ну что, тут мы быстро справились. Следующая волна, поехали. Это уже четвертая. О, да, вот эти вот ребята мощные. Они могут, ребята, превращаться вот в такие ураганчики, которые наносят нехилый урон. Ну, я думаю, мы дадим им отпор. Самое сложное здесь, это, я считаю, ребята, именно осьминоги. Вот осьминоги, это тяжелые чувачки. А вот эти вот с рыбами, которые идут, да, с тухлой, которые взрываются потом, это самые легкие, по-моему, противники. Отменить налог на грабеж. Так, прокачаю я лучника. Вот, смотрите, такой довольный, да? Эти, кстати, вот про этих морских звезд писали, что они любят заниматься серфингом. Вау-вау-вау-вау. Шинкуем. Так, подожди-ка, по-моему, там осьминог, да, у нас прокрадывается. Улучшаем целителя. Слушай, мне опять это не нравится все. Опять он как-то умудрился пройти. Так, кролики. Давай-ка, давай-ка, давай-ка подобьем его свободу лобстером. Это мне чем-то напоминает, знаете что, ребята? Когда этот... Как его звать-то? Джек Воробей-то, помните, когда он попал на корабль, да? Тартуга или как он там назывался? И там были вот эти всякие там крабы, люди, осьминоги такие вот. Хотя осьминогом был сам этот, главный у них, с мордой осьминога, да, с щупальцами. Вот мне что-то вот это напоминает. Типа остров такой, мы сюда явились, да, и все против нас. Все против нас здесь. Опять осьминоги идут, а? Может быть, нам ниндзя прокачать? Причем, вначале вроде бы неплохо отнимается у них здоровье, но они почему-то потом то ли хилятся, то ли у них приостанавливается это все дело.
Видите, вот они оставляют вот такую за собой жижу. Вот эти осьминоги. По этой жиже чуваки серферят. Морские звезды, я имею в виду. Так, чувачок нам подкинет золотишко сейчас. Причем это прикольно. Я не знаю, с какой вдруг радостью, но он периодически появляется и подкидывает мне деньжат. И мне это нравится. Так. Морской еж тут пробежал. Разрешить однопалубные браки. Так, давай, бомбим. Так, я прокачать не могу больше. Ниндзю могу. Так. Слушай, мне надо, знаешь, кого прокачать? Где у меня друид? Вот он. Мне надо друида до пандочки, чтобы у него была панда. И самое интересное, я не могу понять, где здесь можно добыть животину. Пока в данный момент у меня только главный герой, который прохлаждается почему-то где-то в сторонке. Даже не присутствует на боях. Давай, помогай. Тыдыч. И пофиг этому осьминогу, что мы ему в башню только что выстрелили с дробовика. Ему по барабану. Он довольный, с копьишком ползает здесь. Все идут с протестами моего знака. Ну, типа, все против меня. Так, я, наверное, сюда поставлю еще одного друида. Так, а этого прокачиваем. Шикарно. Так, ну что тут у нас? Этот все в страхе бегает. Так, родной, красавчик, иди, помогай. Помогай нашим ребятулям здесь. Слушай, и самое прикольное, что, ребята, вот молний бомбит молниями издалека. Да? По всей карте, короче, он может бомбашить. Ну что, вызываем следующую волну. Это шестая, я думаю, что можно ускориться здесь маленечко, потому что все пока на изи. Никаких абсолютно трудностей я не вижу. Кроме, конечно, вот этих осьминогов. Но это опять же временное все. Так. Давай, родные мои. Жарим. Так, тут. Это шестая, да? Еще две волны впереди. В принципе, я думаю, успеем справиться с ними. Самые живучие упыри. Так, давай-ка мы тебя, друид, прокачаем. Опа, а вот это уже интересно, ребята. Кто-то новенький у нас появляется. Так, ух ты. Образцовый рак. Эти ребята считают себя самыми крутыми. Но в случае больших проблем бросают оружие и говорят: я в домике. Только атакуя, он выходит наружу. Ага, он будет прятаться, я так понимаю, в свою раковину, судя по всему, да? Ладно, я думаю, не проблема. Сейчас мы с ним разберемся. Смотрите, ниндзя его довольно неплохо щекочет. Да? И он в домике, видите ли. Свободу лобстерам. Я вам сейчас тут устрою свободу лобстерам. Незаконный митинг мне здесь, видите ли, устроили. Ну-ка, давай вот так сделаем. Так, это седьмая волна. Слушай, я думаю, на изи все пойдет у нас здесь. Так, прокачка. Слушай, ну шикарно. Требуем программу утилизации мусора. Я вам потребую сейчас. Так, можно дальше продолжать на ускорение, ребят, играть. Ну, последняя волна. Где она? Почему я ее не вижу? Что, застыли все? Подожди, ребят, ну должна быть... А, краб человеку не товарищ, хорошо. Опа, еще кто-то новенький, ребят, у нас. Так, и это у нас акулоид. По слизи акулоиду перемещается в два раза быстрее. Да и с руки бьют, будь здоров. Ху-ху-ху-ху. Нифига себе, ребята. Джеви Донс. Ребята, это вот как раз и есть. Помните, я вам говорил про пират Карибского моря? Вот он, чувачок-то этот. В древнейших летописях об этом существе сказано: Похан глуем глу на птх. Перевод. Никто не знает, но всякий случай дописали. Сам такой. Так, значит, тут еще будет вот этот вот Дэвид Донс. Хорошо, пока на ускорение, ребята, играем. Давай разбомбим. Ну-ну-ну-ну-ну. А тут есть же у нас, да, ребята, по-моему, это Википедия, где про каждого монстра расписывается. Или же нету, я вот не помню, надо глянуть. Так, тихо-тихо-тихо, куда разогнались, а? Братюни. Все довольно неплохо, тихо, подожди, что-то мне не нравится, ребят, как они тут проходят. Уж больно чересчур шустренько. Так, друид, а ты что мне заскучал, бедный? По фулочке тебя, конечно. Блин, а что они такие мощные? Смотри, они, ребят, прикрываются в свою ракушку и идут. И вылазят только действительно, когда их атакуешь. Я понял. Так, слушай, они подходят, а у меня здесь больше нет никаких этих.
башенок. Моего героя подбили. Моего главного персонажа закромсали. Но это совсем не дело. Так, где у меня двуликий? Вот он. Давай-ка мы тебя сюда перекинем. Оу, а вот, ребята, и сам осьминожик этот главный вышел. Типа босса, да, ихнего? Местного. Ну, смотрите, он довольно легкий. У него здоровье-то. А, это, оказывается, обычный моб. Я думал, что это типа босса. Голову-то мы ему круто снесли сейчас. Так. Убегает. Так, а тут-то у нас что происходит? Все, никак не можем с этими крабами, что ли, разобраться. А где акулоиды? Я что-то не видел их. Почему их нету? Или я как-то не обратил внимания? Они, наверное, быстро слишком сдохли, да? Так, ну что? Готов. Так, а этот все, ребята, в страхе. То подойдет, то опять убежит. То подойдет, то опять убежит. Не дают ему покоя. Ну, ему хана. И у нас, ребята, очередная победа с вами. Слушай, прикольно. Мне понравился этот уровень. Довольно веселый, смешной, да? Такая забастовка, митинг, так скажем. Есть, ребята. Молнией у меня получил уровень. Значит, мы можем с вами прокачать ему какой-нибудь скилл. Так, щит я получил. Так, это будет все позже. Ну, естественно, дальше. О чем вы меня спрашиваете? Так, давай-ка посмотрим. Ребят, по-моему, здесь Википедии никакой нету, поэтому про монстров я ничего прочитать не смогу. Пс, парнишка, магических карт не желаешь? Знай местечко, где мы можем выиграть кучу. Да, почему бы и нет? Пойдем со мной, ты будешь сражаться, а я позабочусь о призах. Жми на красную кнопку, когда дела пойдут паршивенько. Ох ты, это что еще такое? Добро пожаловать в место, где можно проявить себя. Вы будете получать награду за каждую третью или первую после 15-й волны, которую сможете продержаться. Это, ребята, у нас облачный остров. Ху-ху. Глянуть надо будет обязательно, но это чуть попозже. Так, что у нас по картам? Это что такое? Почему его зовут «Хрен попадешь»? Да потому что по нему хрен попадешь, Хави. У вороты. Шанс увернуться от атаки противника 10%. Шикарно, это я новенько, да, что-то заработал? Так, давай посмотрим. Это у нас молнии. Есть одно очко опыта. Блин, вот надо накопить, наверное, я думаю, вот на это. Да, мы не будем тратить сейчас вот это очко последнее, а сэкономим. Так, доступные очки умения. Это я уже понял. Так, по шмоткам, что у нас тут? Молнии, у тебя что в руке? Посох, да? На исцеление. Ясно. Так, а это у нас у вороты. А у ворот кому нужен? Естественно, Дулику. Вот так вот. Четко все, да? Я бы даже сказал, шикарненько. Ну что, отправляемся на следующий... Островок хотел сказать. На следующее задание. Пиратская ловушка. У меня уже голова кругом от этого места. Алхимики, протесты, пираты. Не хватает только карнавала, чтобы почувствовать себя Колумбом. Устроим мы тебе карнавал, родной, устроим. Ну что, берем опять же нашего подрывника. Кстати, вы заметили, что у меня опять же вот этот рыцарь стал первого уровня? Он же был, по-моему, второго, если я не ошибаюсь. Он же прокачан был у меня. Почему он стал первого вдруг? Не понимаю. Так, разведка, посмотрим, что у нас здесь. Ну, ребята, 40 вот этих вот, 40 осьминогов. Это печалька на самом деле. Этих чудиков все больше, и они все безумнее. Думаем, мы на верном пути к их главарю. Да, кстати, что-то рыжей давно не видно. Где она? Она точно приплыла на остров с нами. Что могло случиться? Йо-хо-хо, джентльмены, готовьте ваши кошельки. Ага, уже бегу. Вали отсюда, пока не протух. Ах так, через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Ага, нам еще угрожает. Слушай, ну тут очень много дорог всяких. И я чувствую, будет еще та заварушка, не кислая. Так, сюда я поставлю в первую очередь, естественно, ребят, бомбардира. О, так, подожди, нет, такой прокачки мне не нужно. Давай вот так просто поставим. Три дорожки, которые мы с вами должны защищать. Так, здесь бомбардир. Сюда, наверное, еще одного бомбардира влепим. Вот сюда вот поставим. Так, теперь пускай будет лучник. Еще один лучник. Сюда поставим с вами друида. Так, здесь у нас будет стоять ниндзя. Здесь, кстати, тоже ниндзю влепим. Так,
ниндзя-ниндзя. Так, хорошо, что еще? Сюда кого поставить? Наверное, друида. А здесь мы поставим еще одного лучника. Ну, как-то так, ребят, для начала. Я думаю, что этого будет достаточно. И, ребят, мы, наверное, все-таки вот так вот выставим. Поехали. Первая волна, и там, ребята, 6 осьминогов в этой волне будет. Так, дрончик вылетел. Давай, наверное, ускоримся маленечко, да? Посмотрим, как у нас тут пойдут сейчас дела. Йоху, вот такие радостные по слизи. Летят они. Так, тухлорыбки идут. Они несут тухлую рыбу. Когда их подбиваешь, они падают, и эта рыба тухлая их прибивает. Но при этом она взрывается, нанося урон. Так, ниндзя, давай-ка, не подведи меня. Так, подожди-ка, что-то тут не то, ребят. Они проходят, они прорываются, ты понимаешь? Тихо, давай-ка их придержим. Друида надо срочно прокачать здесь. Угу. Так, оно будет лучше. Молнии, отойди, пожалуйста. Бомби вот отсюда. Ну? Справимся или нет, как думаете? Напряженно, согласись, их тут что-то уж больно дофига. Так, главный мой красавчик, иди сюда. Наверное, нам придется помогать. Вот таким вот образом. Ну? Кто там? Ага, у моего героя очень мало здоровья, поэтому сердечко стукается. Отойди. А я что, ни одного целителя не вызвал? Точно? Про целителя это я забыл совсем? Господи. Тогда и мои персонажи будут погибать быстрее в два раза. Без целителя-то. А ну-ка, 220. А здесь 240 нужно. Подбейте, пожалуйста, кого-нибудь из вражин, чтобы я смог... Признаю, вы можете за себя постоять, но это не имеет значения. Мы схватили вашу рыжеволосую подругу, требуем выкуп. Ого, сочувствуем вам, ребята. Согласны забрать обратно даром? Что? Я заставлю тебя пожалеть о твоей дерзости, червяк. Рыжую они похитили, то есть мы с таким намеком, а вы не пожалеете ли сами об этом? Да? Ладно, ребята. Наше дело совсем другое. Защищать наши островки. Вот здесь, кстати, я могу целителя поставить. Ну, это слишком далеко, да? Слишком далеко. Так, заморозочка тут срабатывает у нас. Конечно, нужно прокачать нашего подрывника. Но требуется очень много денежек. Ладно, не беда, сейчас сделаем это дело. Давайте ускоримся маленечко, а то они идут, как в штаны наложивши. Ну, подрывник. О, смотри, уже со всех щелей идут. И с этой дорожки, а потом еще и вот с третьей, скорее всего, попрут. Ну, давай этого морскую звезду подбивать. Так, слушай, могу я еще... Могу. О, сейчас будет такая мазута. Сейчас будет расколбас полнейший. Так, следующим я, наверное, прокачаю друида. До пандочки, да? Изи. Вызываем следующую волну. Джентльмены, я решил принять ваше предложение. Я возвращаю вам эту милую даму. Ну нет, ты упустил свой шанс, теперь плати. Что? 10 тысяч золотых. И повозку с кристаллами. А как вы смеете, у меня еще много воинов, я вас уничтожу. У меня еще много воинов. Ну ладно, давай посмотрим. Действительно, не согласился на нашу сделку. Так, теперь получай. Вау, тухлорыбники сдохли. Так, ну что, оу, они и здесь уже. Так, ладно. Все равно это пока легкие противники, как ни крути. И с ними мы довольно легко справляемся. Главное вовремя, ребят, прокачивать наших вот таких вот персонажей. Коронных, да, это друид, это ниндзя, это подрывник. Как же без него-то? Без подрывничка я никуда. Уж извольте. Так, а ты представляешь, если мы дальше его прокачаем? Ох, он, наверное, будет имба. Посмотрите, у него шлем там какой будет, золотой. Здесь у него, видите, как гребень, а вот там уже будет совсем другой. Но до этой прокачки это нужно его развивать и развивать. То есть это должно быть у него три... Да, он должен быть третьего ранга. Ну, что, следующую волну? Сразу же, ребята, вызываем следующую волну. Не будем тут, как говорится, ждать.
Опа. О, мой светлый лучник прокачался. Кстати, ребят, если вы не смотрели Tower Conquest, я задам вам вопрос в этом видео. Вы хотите, чтобы я стал проходить Kingdom Rush вторую и третью часть? Если да, то пишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и тогда мы с вами приступим. Так, ну что же, тухлорыбники идут. Так, погоди-ка, как это... все, теперь по всем трем дорожкам противники идут. Вот оно в чем проблема, ребят. И здесь у нас, кстати, очень слабая оборона. Очень слабая, ты посмотри. Они просто здесь пройдут на изи, осьминоги-то эти. Их нужно контролировать в обязательном порядке. Ну, давай. Изи. Смачно. Следующая волна. Слушай, на ускорении даже как-то забавно это все смотрится, если честно. А вот в Kingdom Rush ускорения нету, ребята. И приходится вот смотреть вот эти вот волны, даже в которых ты уверен, что сможешь разбомбить. Вот медленно-медленно они когда ползут. Так, вот этого друида я, пожалуй, прокачаю тоже. Так, ну он без панды пока еще, да? Так, сейчас мы разовьем его. 550 нам нужно. Вот так вот. Слушай-ка, подожди, дай-ка я замедлю ход действий, потому что мне кажется, что здесь как-то их, по-моему, очень много стало, нет? По-моему, да. Слушай, тебе не кажется, что сейчас как-то слишком медленно все это идет? Вот, по-моему, это нормально. Нет, это не нормальная скорость. Вот она, нормальная скорость. Но мне почему-то кажется, что как-то они замедленно идут сейчас. Так, ладно, с осьминогом сейчас этим покончим. Этого друида мы прокачали. Вот этого лучника нам тоже нужно прокачать. Так, отлично просто. Ну что, шестая волна у нас надвигается, и смотрим. В принципе, пока легкотня. Тухлорыбники сдохли. Так, это у нас типа черепаха, да? Тюф-тюф-тюф, стрелы. А, молния наяривает. Самое прикольное, что он стоит издалека, может бомбить. Ему не надо стоять рядышком. Просто вот на другом конце карты стоит и бомбит. Так, что мы сможем с вами прокачать? Давай посмотрим. Так, друид, а где у тебя панда? Я не вижу панды, хотя вроде прокачки ты больше не подлежишь. Хм, странно, может ее подбили? Ладно, лучник. Лучника можно прокачать. Замечательно, а этого тоже. Ага, шикарненько. Давай-ка ускоримся, наверное, да? Что-то как-то как в замедленной съемке. Главное контролировать вот этих осьминогов. И все, в принципе. Тут дальше у нас бомбардиры, так скажем, справятся с этим нелегким делом. Блин, так слишком быстро. Оу, друида подбили вместе с пандой прямо. Так, ну-ка. Мой лук готов, кричит нам лучник. Выпускаем, ребят, седьмую волну. Ждем. Понятно. Так, двуликий начал. А почему мой не вызывает это, дрон? М? Красавчик, почему ты не вызываешь дрон? Так, тут четыре штуки. Тут четыре штуки осьминогов. Тут три морские звезды. И тут одна черепаха ползет. Подрезает так прикольно. Слушай, а ты представляешь, если мы сможем прокачать вот этот дрон на полную программу? Как он там будет отжигать? Вообще, наверное, по красоте. Так, секунду, вот это мне что-то не совсем нравится. Ну-ка, давай сюда перейдем. Ниндзя, прокачка. Так, черепунель только отлетел у осьминога. Ну, вы, ребят, сами просили, вы писали мне в комментариях. Хотите, чтобы я эту игру снимал почаще? Видимо, вам понравилось. Зашла, так сказать, как и мне. Вау. Прикольно бомбим. Так, Друля, ты как у нас? Друля прокачан. Тут тоже прокачано все. И здесь по фулке. Хм, странно. Смотри, а этого я могу. Вот. Теперь они все по максималке, да, у меня? То есть только целитель остается. И самое главное, что целитель первого уровня. Хотелось бы прокачать его по максималке. Я, ребята, с вашего позволения, следующую волну хочу призвать. Думаешь, они еще долго продержатся?
Нет, наверняка Рыжий уже надоело шутить. Братья, бегите, ей захотелось такояки. А можно вопрос, ребята, что такое такояки? Спасите, ты видел, что они там бегут? Воу, ребята, Рыжая идет. Ну ты красавица, смотрите, она за нас. Ей захотелось такояки. Я так понимаю, это какое-то блюдо, да, из морепродуктов, скорее всего. Ну, слушай, она бессмертная, у нее нету, я так понимаю, а нет, есть у нее полосочка здоровья. Ну, ей, по-моему, по барабану. Она тут одна справится со всеми. Наяривает только. Слушай, интересно, а Рыжая к нам присоединится в команду или же нет? Мне вот это хотелось бы узнать. Так, что мы можем с вами еще прокачать? Мне нравится, как этот у нас выглядит. Посмотрите. В бейсболке, с сибарочкой в зубах. Молнии, наяривает. Еще он такой крутой, да? У него книжка, да? Под мышкой и с посохом. Ну, эпично смотрится на самом деле. Так, что у нас? Денег дофигища, потратить нам не на что. А нет, вру. Вру, вот здесь-то как же. Мои бомбы навеки для тебя, типа, готовы. Ну, давай бомбить. Слушай, ну прикольно, что Рыжуху нам дали. Как бы в помощь. Это, кстати, последняя волна, ребят. Я думаю, наверное, еще уровня 2-3, и там уже будет босс. А босс, я так понимаю, здесь, скорее всего, будет какой-то гигантский осьминог. Судя по всему, что тут, во-первых, всякая дичь на нас ползет, морская, да? Ну, плюс еще эти сумасшедшие рыбаки с сумасшедшего острова с тухлой рыбой, которые доказывают, что они поймали самую большую рыбу в мире. Так, воу-воу-воу-воу, тут нифига резня-то какая, нехилая. Так, сколько у вас еще там будет, а? Партизаны вы фиговы. Так, морской еж. Да иди ты в пень. Этот подошел, хоп, и опять убежал. Ну, испугался. Пужанулся он. Фига. Ты понял? Я-то думал, что у нас вот этот летает. Это, оказывается, эльф светлый. Дудит в рог и прилетает маг, который дает нам деньги. Тоже мне, герои, могли бы прийти и спасти меня? Мы решили, что это бы выглядело как дискриминация. Да, ты же не такая глупая дама в беде, которую нужно спасать. Отмазались умники. Да, давайте разобьем лагерь и переночуем. У меня что-то голова кружится. Да, очередная, ребята, победа. Прикольно. 3 звездочки мы получаем и, по-моему, нет. Не хватает 1 звезды, чтобы получить уровень. Жаль, но все впереди. Также, кстати, и 2 лики у нас сможет получить. Вот даже как. Ну что же, дальше. Веришь в инопланетян, а они не верят в тебя. Так, что у нас тут по героям? Давай посмотрим. У нас 1 очко и все, да? Да, больше ничего пока нету. Так, я так думаю, ребята, еще у нас 2 уровня впереди. Этот и будет уже босс. Скорее всего, да, именно так. Ну, и я думаю, что это мы с вами перенесем уже на следующую серию, да? Слушай, интересно, а после этого острова мы куда-нибудь... Ух ты, здесь еще целая... локация. Целая локация, да? Так, в следующей серии мы, короче, с вами попробуем дойти до босса, наверное, и сходим вот сюда. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.